выделяют несколько типов хромосом. Во-первых, это метацентрические хромосомы, когда центромеры находятся практически посередине хромосомы. Плечи обеих хроматид, они практически одинаковые по длине, причем они могут быть как длинными, так и короткими. Это метацентрические хромосомы. Если центромера сдвинута в сторону одного из концов хромосомы, то это субметацентрическая хромосома. Какой-то из плеч более или менее длинная по отношению к другому плечу. И в этом случае мы говорим о том, что у нас есть U-arm и P-arm, короткое длинное плечо. Если сильно сдвинута центромера к одному из концов, то есть практически отсутствует у нас короткое плечо, но очень-очень короткое, то мы говорим об акроцентрических хромосомах. И если одно из плеч полностью отсутствует, то это телоцентрическая хромосома.